подписчик сегодня ночью тебя делать или нет. Для начала берем столовую ложку, насыпаем туда немножко сахара. Столько хватит. Вот столько. Включаем плиту. И берем зубочистку или спичку. Отлично, теперь берем, нагреваем сахар, перемешиваем его спичкой. Ждем, пока разогреется. У нас растопится сахар и получится карамель. Джеймс. Вот, начал растопиться. Отлично. Оно должно придать такой цвет оранжево-желтый. Уже карамелью прям запахло. И вот цвет начинает придаваться. Получится очень вкусный леденец. Это как петушок на палочке в магазине, только в домашних условиях и бесплатно. Не забываем помешивать, чтобы это все у нас не застыло. Все, начало кипеть, значит хватит. Выключаем. Подуем. Теперь нам нужно кружку с холодной водой. Отлично. Остужаем то, что у нас получилось. Макаем в воду. Так, хорошо. Теперь убираем воду, выливаем в раковину. Отлично. И у нас получился вот такой вот леденец. Правда, не на палочке. Но он очень вкусный. Это тот же самый петушок на палочке, что продается в магазине. Всем пока-пока.